На минувшей неделе на территории Тверской области произошло 30 ДТП, в которых 2 человека погибли и 42 получили травмы. Рассмотрим некоторые из них. 16 октября 2018 года около 18 часов 50 минут на улице Академика Туполева в районе дома 12, корпус 2 города Твери 60-летний водитель, управляя автомобилем Рено Логан, совершил наезд на 52-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля Рено Логан. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. 13 октября 2018 года около 15 часов 27 минут на улице Советская в районе дома 7 города Твери 52-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, при начале движения не убедился, что условия безопасности перевозки пассажиров обеспечены, в результате чего пострадала 73-летняя женщина, которая садилась на заднее пассажирское сиденье автомобиля со стороны тротуара. В результате ДТП женщина с травмами доставлена в медицинское учреждение.